Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Концертный директор Катерина Дорож прокомментировала информацию о создании сериала о группе Тату. По ее словам, экс-участница группы Юлия Волкова не будет принимать участие в создании сериала. «Впервые об этом слышу, Юля в нем, конечно же, не принимает участие», – рассказала Дорож. Информация о начале съемок сериала «Тату» поступила в СМИ 21 мая. В шоу будет представлена новая версия отношений между солистками группы. В 2021 году вторая участница «Тату» Лена Катина объявила о воссоединении группы. «Они готовят совместный трибьют», – объявила Катина. Певица также упомянула о подготовке сериала о группе к съемкам. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. С вами был канал Ананас Ленд. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.